Акция прошла под девизом «Нет автокресла, нет поездки». Полицейские и школьники в очередной раз напомнили водителям о необходимости использования детского удерживающего устройства при перевозке малолетних пассажиров и раздавали информационные листовки. Водители, которые перевозили малышей без детского кресла, были привлечены к административной ответственности. А детям, чьи родители побеспокоились об их безопасности в автомобиле, полицейские дарили подарки.